что, друзья, вот и наш главный герой, наш талисман, наш маскот, наш лев Валейко! Очаровательный мальновский котик, который сегодня будет жарко топить, танцевать за любимую команду волейбольный клуб «Синий». Добрый вечер, уважаемые любители волейбола. Добро пожаловать на финал Кубка Европейской конфедерации волейбола. Сегодня состоится матч между командами «Динамо» Москва и «Зенит» Петербург. Представляю составы играющих команд. Команда «Динамо», город Москва. Number one, номер первый, Ярослав Подлесных. Number two, номер два, Илья Власов. Number three, номер три, Сэм Деру. Number five, номер пять, Романос Шкулявичус. Number seven, номер семь, Евгений Баранов. Number eight, номер восемь, Владимир Съемщиков. Number ten, номер десять, Чеслав Светицкис. Number 11, номер 11, Павел Панков. Number 13, номер 13, Максим Белогорцев. Number 16, номер 16, Иван Каратаев. Number 18, номер 18, Антон Семышев. Number 19, номер 19, Цветан Соколов. Number 23, номер 23, Лаурий Герменин. Number 24, номер 24, Вадим Лихошерстов. Главный тренер команды, head coach Константин Брянский. Assistant coach, помощник тренера Алексей Побешин. Команда «Зенит», город Санкт-Петербург. Номер 2, number 2, Александр Дьячков. «Зенит, Зенит, Зенит!» Number 3, номер 3, Дмитрий Ковалев. Number 6, номер 6, Антуан Бризар. Number 7, номер 7, Амар Курбанов. Number 9, номер 9, Иван Яковлев. Number 10, номер 10, Кирилл Бурсов. Number 11, номер 11, Игорь Филиппов. Number 12, номер 12, Евгений Андреев. Number 13, номер 13, Максим Космин. Номер 14, номер 14, Иван Подыбинкин. Номер 15, номер 15, Ореол Камеха. Номер 17, номер 17, Виктор Полетаев. Номер 18, номер 18, Егор Клюка. Номер 19, номер 19, Дмитрий Пашицкий. Хед коуч, главный тренер Томас Самилуа. Ассистент коуч Андрей Толочко. Аплодисменты нашей команде! Питерский «Зенит»! Ну что, друзья, по доброй традиции, как всегда, распеваемся вместе с гимном нашего великого клуба.
Зенит, рожденные чемпионами! Ну что, штабер буквально тает, и уже группа поддержки пришла. И Лев Валенков, все здесь, все готовы. Команды на площадке. Да прибудет с нами настоящая волейбольная битва. Питер, Питер, Питер! Зенит, Зенит, Зенит! Ну что ж, и вправду давно в Питере не было такого масштабного, такого большого, такого крутого и заряжающего волейбола, друзья. Я надеюсь, что сегодняшняя игра нам подарит настоящий праздник, спортивный, большой, эмоциональный. Я вас поздравляю с этим событием. И да пребудет с нами победа. Вперед, Зенит! Вперед за Питер! Громче, громче, громче планируем нашей команде! Good evening, ladies and gentlemen.
Welcome to the CEV Finals. Финалка Европейской Федерации Волейбола. На площадке команды «Динамо», город Москва, и «Зенит» Санкт-Петербург. Presentation of the international referees. Match судят. The first referee Ivan Chumak from Russia. Second referee Alexander Repcov from Russia. Supervisor of the match Dragomir Rasimovic from Serbia. Presentation of the starting players. Приглашаем стартовые составы команд. Команда «Динамо» Москва. Number one, номер один, Ярослав Подлесных. Number two, номер два, Илья Власов. Number 11, номер 11, Павел Панков. Number 18, номер 18, Антон Семышев. Number 19, номер 19, Цветан Соколов. Number 24, номер 24, Вадим Лихошерстов. Number 7, либеро Евгений Баранов. And number 23, либеро Лаури Керменин. Команда «Зенит» Санкт-Петербург. Встречай, «Зенит»! Number 6, номер 6, Антуан Бризар. Number 9, номер 9, Иван Яковлев. Number 10, номер 10, Кирилл Урсов. Number 14, номер 14, Иван Подребинкин. Number 18, номер 18, Егор Клюка. Number 19, номер 19, Дмитрий Пашицкий. Игроки либеро. Number 7, номер 7, Амар Курбанов. Number 12, номер 12, Евгений Андреев. Head coach Томас Самилуа. Assistant coach Андрей Толочка. И номер 78, Лев Валиков! Друзья, ну что, вторим питерскому прайду, болеем сегодня по-настоящему, нам нужна только победа, за спиной не постоим. Первый сет, подача команды «Зенит». И заряжаем! Эйс! Вперед, вперед! А трибуны с вами!
всего матча.
Я его принимаю право сторону и все мы дальше. Окей. Всем. I guess I didn't know.
Ну что ж, друзья, давайте будем сиять так же ярко и болеть за любимую команду «Зенит» Санкт-Петербург! Thank you.
Thank you.
Обязательно надо сразу это отсюда партикуляры, да? И поможем нам сразу. Сразу ударимся. It's high and cover. Окей. Под лестник. Не принимай. Скидка за все шайбы. Yes. Диагонал. Окей. Дай. Дай. Thank you.
Танцуют трибуны!
Как же заряжают наши девчонки! Лев Олейко не может остановиться! Вы только посмотрите, как заряжать будет он! Танцуем, танцуем, трибуны вместе с ним! Танцуем, танцуем все! Фотограф включается в этот танцевальный батл! Кто кого? Охрана, не вмешивайся! Охрана не вмешивается! Да, это будет разнос! Так болеют только в Петербурге! Ура! Ну что, Лев Олейко раздал с фотографом и охранником. Раздали вы. Что же нас будет ждать в третьей партии? Третья партия подачи команды «Зенит».
запросу команды «Зенит» состоится судейская видеоконференция для просмотра игрового момента. Коснулся ли мяч площадки? Видео-челлендж by «Зенит». Уважаемые болельщики, напоминаем о необходимости не снимать маски на протяжении всего матча. Yeah!
рішення аварії. Работаємо на сьому, подача шеста, де ми знаємо. Де справа сторона. Подресник, лівого атака. Так, да, он не приймає. Так, там ставим, ну, обіця, окей. Так. Много мечей у нас есть, да. На блоке, окей. Без движения руки. Дай один сьом. Давай, давай, давай. Так, держи!
уважаемые болельщики, напоминаем о необходимости не снимать маски. Никаких проблем нет. Сейчас концентрироваться на приеме и все, внимание. Высокий мяч, попробуй варианты еще отыграться. Есть у нас варианты, где-то сюда задействовать. Сейчас съем, давай решить долго. Судейская видеоконференция для просмотра игрового момента. Касание сетки. Видео челлендж by Zenit. Максимально быстро. Съем, Вася, 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 Вася,
команды «Динамо». Вместо Ильи Власова номер 2 был счет Вячеслав Светицкий с номер 10. Substitution by «Динамо» номер 2, out number 10. Динамо за задержку.
По запросу команды «Зенит» состоится судейская видеоконференция для просмотра игрового момента касания блока. Видео-челлендж by «Зенит». Уважаемые болельщики, напоминаем о необходимости не снимать маски на протяжении всего матча. Thank you.
Уважаемые подписчики, напоминаем о необходимости не снимать маски на протяжении всего матча. Запрос команды не удовлетворен, у команды Сибирского стала отменять ее просмотр в этой партии.
матч площадки или ворота. Видеочеллендж «Динамо». Динамо.
и команда «Динамо». Вместо Ильи Власова номер 2 на площадке Чеслав Светицкий с номер 10. Substitution by «Динамо» номер 2, out номер 10 и... Счетом 26-24 победу в этой партии одержала команда «Динамо», а также в матче со счетом 3-1. А мы говорим спасибо нашей команде за эту борьбу. Спасибо, парни! Уважаемые зрители, через несколько минут состоится церемония награждения победителей и призеров. Thank you.
медалей команде вручает генеральный секретарь Всероссийской Федерации Волейбола Александр Михайлович Еременко. Друзья, давайте еще раз поаплодируем нашей команде! Парни боролись, сражались, подарили нам красивую, яркую игру, красивый сезон! Волейбольный клуб «Зенит» Санкт-Петербург, обладатели серебряных медалей. Поблагодарим команду «Зенит» за достойное выступление. А теперь для церемонии награждения приглашается победитель Кубка Европейской конфедерации волейбола 2021, команда «Динамо Москва». Приз лучшему игроку ответного финального матча вручает супервайзер матча Драгомир Герасимович. Лучшим игроком признан Павел Панков, номер 11. А сейчас награждение команды победителей. Золотые медали вручает генеральный секретарь Всероссийской Федерации волейбола Александр Михайлович Еременко.
И главное событие сегодняшнего вечера. Кубок Европейской конфедерации волейбола получает команда «Динамо Москва». Уважаемые представители прессы, общение с игроками и тренерами состоится через несколько минут в микс-зоне.